Всем привет, с вами Иван. И сегодня я вам покажу, как резервировать товар на площадке Infinia Springboard и как, допустим, выбирать тот или иной товар, смотреть, сколько можно заработать на нем и сравнить, есть ли тренд на данный товар в поиске запроса Google. Если мы копируем данное название и идемте, я вот до этого как раз смотрел, вставляю и находим, вот у нас вышли шахматы. То есть, как мы видим, ценовая политика здесь начинается 12, 32, 62, 11, 37, 35, 34 и так далее. То есть, в среднем у нас где-то ценовая политика 30-35 долларов. То у нас вообще-то игра такая, которая на 3 в 1. Тут вот даже и 7 в 1. Тут 2 в 1. Ну, в принципе, цена где-то вот приблизительно те или иные подобные предложения. Вот как здесь тоже 27. Цена среднестатистического такого примера. Ну, мы можем, как говорится, долго смотреть. Тратильный товар. Вот 17, 49, 20. Мы просто не забываем, что под каждым товаром еще есть по несколько десятков продавцов, которые продают намного дороже данные предметы. Вот здесь тоже несколько вариантов. 29.91. Так, возвращаемся в раздел Google Trends. То есть это в Google. Забиваете, вставляем данные предложения. Посмотреть, какой тренд данных продуктов. Ну, в принципе, неплохо. Сейчас идет на подъем. То я думаю, что данный товар можно будет реализовать определенное количество. То мы берем его, резервируем, то есть он для нас 1.61 стоит. Нажимаем, выбираем одну единицу, выбираем именно данный вариант, потому что это здесь говорится о том, что компания за нас осуществит продажу и отправку. Ставим галочку и непосредственно здесь мы можем вбить сумму, за которую средний продается. То есть 29.95, 29. Такая среднестатистическая цена. Потому что вот, допустим, здесь вот 23 доллара 20. Если я вот нажму, то вы сейчас увидите, сколько продавцов намного дороже продает. Смотрите, 49, 76, 76. То есть цена довольно-таки разнится. И так на каждом варианте. То есть цена адекватная, не всегда будет продаваться вот как здесь тоже. 10 и 10 центов. Вот я вам покажу сейчас. Нажимаем на эти 11 продавцов. Как мы видим, средняя цена 10-10-10-25. Тут, конечно, все выставлены через Amazon. Вот за 15 есть. То есть вот эти все ребята, они все это продают именно через Amazon. То есть поставлено в Амазоне. Так, вернемся обратно. То есть заострять внимание на одном варианте, конечно, нет, потому что человек всегда выбирает на цвет, на, как говорится, фактор того, что человеку приглянется на глаз. Ну, я думаю, что мы поставим 29.95. Ставим 29.95 и непосредственно нажимаем Submit, то есть зарезервировать. Таким образом, вот, он говорит, что мы успешно зарезервировали данную единицу. И вот таким примером вы можете пройтись по всем этим вариантам, проследить среднестатистическую цену на Амазоне и также проверить это на Google Trends, то есть есть ли тренд в данном поиске, и в принципе найти себе за резервером 10-15 товаров в зависимости от ваших возможностей. Ну и конечно суметь подзаработать на той или иной единицы. Вот таким образом выбирается товар и резервируете его на свое усмотрение приблизительно по ценовой политике, сколько вы хотите заработать. То есть если для меня там данный пример вышел где-то в среднем около 3 долларов, то там можно смело заработать в пределах приблизительно плюс-минус около 15 и больше долларов за единицу. То есть я затратил 3 с лишним доллара, а получу обратно 15.
Как на любом предмете. То есть выбираем товар, смотрим среднестатистическую цену и резервируем ее за собой. Надеюсь, данный ролик вам поможет для того, чтобы зарезервировать тот или иной товар для вас и заработать на этом деньги. С вами был Иван. До следующего видео.